Всем тихой ночи. Продолжаем рассматривать темы, о которых вы упоминаете в комментариях. И на этот раз больше всего упоминаний собрал Парагон, также известный как Кактус Верс, потому что суть Парагона в том, что один из авторов SCP, DJ Кактус, снова придумал свой собственный SCP. Посмотрим, что у него получилось. Открываем этот хаб на сайте фонда и сразу видим заголовок «Отдел допотопных исследований мира SCP». И сразу понимаем, что Кактус, похоже, решил использовать тему всемирного потопа. Всемирный потоп — это изначальный сюжет шумерского эпоса о Гильгамеше, написанный примерно в 3000-летии до нашей эры. Там боги решили уничтожить человечество путем потопа, но бог Нинигику, не согласный с решением остальных, предупреждает человека по имени Изисудра о грядущем бедствии, и тот строит огромный корабль, на который погружает свою семью, лучших мастеров, разных животных и так спасается. История-то, конечно, более известна в библейской версии, но Кактус накидывает как отсылок к их Библии, так и к более древним вариациям этого эпоса. Хотя в целом это и не важно для сюжета, но создает некую такую атмосферу эпической древности, которая какой-то незримой нитью идет через весь хаб. В самом хабе Парагона описывается, что перед потопом расцвели все цветы, что отсылает нас к одному из SCP-001, и мир оделся в красоту, где описывается, что перед апокалиптическими событиями в мирах SCP все внезапно покрывается цветами. Отсылок к разным штукам из мира SCP тут вообще очень много. Так что, чтобы понять, что вообще в этом Парагоне происходит, нужно быть тем еще лороведом. Ну, мы попробуем. Кстати, тексты Кактуса — это та еще миметическая угроза, потому в описании есть ссылка, где вы можете купить защитные плакаты, футболки и толстовки. С такими даже SCP-001 можно читать, не боясь последствий миметического заражения. Первый объект в этом повествовании — это SCP-4840. Эту штуку впервые обнаружил британский летчик, совершавший перелет в 1933-м. Разглядывая облака, он в какой-то момент заметил среди них настоящий город с домами, башнями и стенами. Некоторые строения были разрушены, некоторые прочно стояли на облаках. Летающий город был захвачен агентами фонда SCP, которые начали изучать пустующие улицы, разделенного на 4 огромных квартала облачного города. Посреди этого места сотрудники фонда нашли несколько особо выделяющихся зданий, 3 храма. В самом крупном из них, храме рассвета, исследователи фонда увидели статуи и фрески, изображающие многие известные фонда аномальные объекты. В главном зале была и статуя одного из SCP-001, Стража Врат, фигурки, изображающие Алого Короля, Бога Механ, древних божеств плоти. В общем, храм был буквально уставлен изваяниями многих могущественных существ мира SCP. В комнатах здания был найден один единственный обитатель, старый на вид мужчина, у которого сразу обнаружилось несколько аномальных способностей. Он мог заходить в некоторые помещения в городе, физически недоступные для других людей, обладал некой ограниченной формой всезнания, позволявшей ему, например, понимать назначение оборудования фонда и намерения персонала, общаться на современных языках. Кроме того, он, судя по всему, мог управлять перемещениями города по небу. Зайдя во второй храм, храм заката, сотрудники SCP нашли еще одно живое существо. Это крупное человекоподобное сущность, неподвижно лежащая посреди храма и видимая только в тепловом спектре. На теле ее можно заметить символ в виде солнца. Житель храма рассвета заявил, что этот монстр мертв. Однако, согласно данным ученых фонда, существо поддерживает постоянную внутреннюю температуру. Интерьер закатного храма оказался по большей части разрушен. Однако на уцелевших фресках ученые фонда узнали изображение еще нескольких явлений мира SCP. Например, империи Девитов и SCP-4000. Тысячный объект тут, кстати, очень важен для истории, так что в описании будет ссылка на видео о том, что это вообще такое. Кто не видел, посмотрите. В этом видео я не буду объяснять, что он из себя представляет. Еще в городе нашли 3 храм, самый маленький, храм ночи, посвященный существам, известным как Дети Ночи, они же SCP-1000, они же Йети или Снежные Люди. Там же агентов фонда ждало необычное открытие. Зайдя в одну из комнат внутреннего лабиринта, они увидели там комнату одной из зоны SCP. На удивление, второй раз эту дверь найти не удалось, так что стало понятно, что город постоянно видоизменяется. Единственный житель храма рассвета и вообще города был обозначен как SCP-4840-A и, конечно же, был допрошен, потому что как можно не допросить кого-то, кого возможно допросить? Он представился как Сет и рассказал, что сам он существует миллионы лет, и летающий город был создан задолго до появления известной цивилизации. Он пускается в довольно пространный рассказ
рассуждения, в которых объясняет космологию мира SCP, сообщая, например, о том, что существа из SCP-4000, они же Фейри, произошли от одного из древнейших божеств, самого бытия как такового, а затем уже появились подобные ему, могущественные человекоподобные сущности, которые вместе с богами попроще и создали летающий город, представители его вида, а также заодно его братья, кстати, известны фонду как объекты 073 и 076, или Каин и Авель. В общем, древний дед описывает довольно много разных событий, случившихся с летающим городом, и заканчивает свой рассказ описанием войны допотопных королев с Земли, которые возникли в тени летающего города. Воевали они тогда против Фейри, они же SCP-4000. Фейри оказываются разгромлены, а их принцесса закована в цепи и впоследствии заключена глубоко под землю. Но цепи не мешают ей наложить проклятие на завоевателей в виде так называемых великих поруганий, монстров, которые сеют хаос и ужас по всему миру, а также извращают саму человеческую природу. Однажды в Голландии умер некий коллекционер аномальных предметов, и все его вещи, разумеется, переехали в фонд SCP. Среди прочего, там были свитки и книги, в которых содержались упоминания событий и государств, упомянутых обитателем небесного города. Книги эти оказались даже с картинками, и в них были изображены три монстра. Первый был нарисован как аморфная сущность, и благодаря описаниям в книге он вскоре был найден в пещере во Франции, держащейся за ее стенки длинными придатками. Существо оказалось крайне опасно тем, что человек, увидевший его вживую, немедленно умирает из-за неизвестного биологического процесса, начинающегося в организме. В остальном проблем с этой штукой нет, потому его просто начали содержать в пещере на месте обнаружения, как SCP-4812-S. Второй монстр из книги — это 15-метровый подвижный платиновый скелет, почти моментально замораживающий все вокруг себя до температуры, близкой к абсолютному нулю. Его фонд SCP тоже быстро нашел по описаниям из книги, поймал и перевез в зону 80, где он содержится как SCP-4812-E. С третьим монстром оказалось потруднее. Его обозначили как SCP-4812-K. Вот только поймать не смогли. В книге он изображен как огромное насекомое, около 180 метров в длину, летающее в верхней стратосфере на огромной скорости, и при этом еще и прозрачное. Попытки поставить на содержание существо не увенчались успехом. Эти три существа и были теми тремя великими поруганиями, и в допотопные времена ими и были прокляты королевства людей. И хоть из древних времен они и растратили свои силы, но и по сей день фонду SCP приходится с ними несладко. А тогда, в допотопные времена, чтобы победить этих существ, летающий город отправляет четырех древних героев. Но они тоже попадают под действие проклятия принцессы и превращаются в так называемых первобытных демонов. Один из них сейчас лежит мертвый в храме заката, а трое других разбежались по миру. Однажды где-то в Америке фотограф занимался испытанием своей новой камеры и, включив на ней инфракрасный режим, увидел в видоискателе настоящего монстра высотой в 13 метров. Звучит как работа для фонда SCP. Агенты начали следить за существом, используя оборудование для зрения в инфракрасном спектре. Никакого способа содержать и вообще как-то влиять на теперь уже SCP-2254 найдено не было. Зато работники фонда заметили, что существо следует за молодыми женщинами, изменяя их поведение так, чтобы они как можно быстрее забеременели и вскоре родили монстра вместо ребенка. Монстры эти прячутся в заброшенных зданиях и просто в лесах и нападают на всех подряд. С ними особых проблем у мог не возникло, а вот для содержания самого объекта пришлось выделить целый город, где сущность развлекается как может. Вроде бы просто неприятное существо, но из истории старца из летающего города стало понятно, что это один из рыцарей, затронутых проклятием принцессы народа SCP-4000. Второго рыцаря фонд SCP нашел по наводке самого старика. В указанном месте, в лесах Амазонки, оказалась каменная шахта, уходящая глубоко под землю. В какой-то момент вместо каменной поверхности начинается плотное сплетение стволов деревьев и корней, образующих стены. Теперь уже не шахта, а гигантская пещера, переходящая в огромную подземную полость. Над ней ее стелится едкий туман, вдыхание которого приводит к быстрой деградации нервной системы. Но это не самое страшное, что там есть, потому что в одной из стен торчит шестирукое человекоподобное существо, примерно в 23 метра высотой. В одной руке существо держит копье, а еще оно, несмотря на отсутствие рта, может разговаривать. На другой стороне подземной полости оказался целый каменный замок со множеством истлевших тел внутри, а за замком даже полноценный лес. Все это было вместе обозначено как SCP-6666. На совещании Совета О5 один из советников замечает, что архитектура объекта сильно напоминает другую известную фонду аномалию, а именно SCP-2932 «Тюрьма Титании». Этот объект уже представляет
представляет собой древнее сооружение, наполовину из растений, наполовину из камня, в котором тоже заключены древнейшие сущности, одну из которых, кстати, зовут Адам Эль-Альцем, и он является отцом Сета из небесного города. Вот это поворот. Третьего рыцаря фонд на тот момент не нашел. И в итоге, что есть у SCP? Летающий город с древним человеком внутри, являющимся родственником 0.73 и 0.76 объектов, и несколько монстров, созданных проклятием принцессы фей. Фонд SCP решает устроить допрос кому-то из 4000-го объекта, потому что они тот самый древний из причастных. Зайдя в тайный сад, ученые фонда встречают существо с вороньей головой и начинают спрашивать у него о том, что он знает обо всем об этом. Птицеобразное существо радуется тому, что его хоть кто-то посетил, и рассказывает большой кусок лора, в основном о том, что после того, как люди оказались ослаблены проклятием их принцессы, его народ использовал детей ночи, они же Йети, они же SCP-1000, для разгромного удара по допотопной человеческой цивилизации. Также он объясняет взаимосвязь тюрьмы Титании и SCP-1000. Там довольно большая история, но суть в том, что дети ночи убедили некого Каспана, и сейчас он живет в тюрьме Титании в качестве ее единственного стража, провести их к богине Титании. Подойдя к божественной сущности, снежные люди загадали ей некое желание, в результате которого богиня прониклась этим бедным народом и подарила им свое сердце, ставшее источником энергии для их цивилизации. А еще стала их божеством и отвернулась от Фейри. В общем, с одной стороны, ныне безымянные существа из SCP-4000 выходят победителями в войне, но по итогу лишаются своего основного божества, а значит и большей части своих сил. История, конечно, офигительная, но как-то мало, потому ученые фонда решили допросить SCP-073 Каина. Сын Адама рассказал, что Фейри не использовали SCP-1000 для войны с людьми, а вообще изначально создали их в качестве своих защитников. Только эти защитники обрели ее самостоятельность, начали поклоняться темным богам, да еще и украли божество у своих создателей. Еще Каин сказал, что куда больше фонду может поведать некий древний допотопный колдун, а колдуном этим внезапно оказался SCP-343, который еще представляется богом. SCP-343 оказывается крайне недоволен тем, что его настоящую личность раскрыли, но зато теперь он готов рассказать о древних временах. И он, собственно, рассказывает длинную историю о том, как Йети уничтожали последние останки человечества, и в итоге схватили его, чтобы подвергнуть ужасной смерти, отправив на съедение своим темным богам в одном из подземных городов. Однако от расправы еще молодого тогда колдуна спас начавшийся дождь, который шел не переставая, пока не утопил все подземные города снежных людей, а затем и весь мир. SCP-343 спасся, убежав куда-то в лес, где он нашел огромную гору, на вершине которой он смог пережить потоп, описанный очень похоже на замок в подземелье SCP-6666. Но откуда тогда там гора? Да еще такая, на которой можно спрятаться от потопа. Фонд, разумеется, сразу отправляет туда МОК. Может, там еще найдется кого допросить. Группа фонда проходит через древний замок и выходит в подземный лес, заканчивающийся огромной поляной. Повсюду оперативники фонда видят скелетов, так что, очевидно, Йети расправлялись с остатками человечества довольно активно. Посреди поляны им встречается вход в подземелье, и после довольно долгой прогулки по нему, все внезапно озаряется красным светом, а воздух начинает заполняться еще более едким и плотным токсином, чем тот, что был до этого. МОК решает отступить, а затем бежит из ужасного места. Одна из оставленных в панике оперативником камер записывает высокую фигуру в красном свете, прежде чем отключиться. В то же время другая высокая фигура, та, что с копьем напротив замка, начинает двигаться и говорить, вернее, выкрикивать угрозы Титании, для победы над которой он, судя по всему, сюда и пришел. Становится очевидно, что это один из рыцарей летающего города. А SCP-6666 — это храм этой Титании, где Йети приносили в жертву своему божеству людишек. В один прекрасный день из Китая начали поступать сообщения о нападении крупного гуманоида на людей. Расследуя эти сообщения, фонд SCP нашел пещеру, а внутри нее комплекс сооружений. В этом комплексе есть что-то похожее на тронный зал, а в нем вместо трона стоит качающая кровь машина, в которой заключено человекоподобное существо, присоединенное к машине своей кровеносной системой. Внешне существо выглядит мертвым, однако сканирование показало, что пациент скорее жив, чем мертв. Кроме него, внутри было найдено еще два обитателя. Живой и, на удивление, неагрессивный и снежный человек, который большую часть времени спит, и масса плоти, из вершины которой торчит тело человека по пояс. Последний оказался четвертым рыцарем небесного города, застрявшим тут в таком вот неприятном состоянии. Все это было названо SCP-6765. Единственный, кого здесь можно допросить, это древний рыцарь, чем фонд SCP, разумеется, и занимается. Он рассказал, что более-менее сражался со злом и даже не слишком растерял человечность. Во всяком случае,
величия по сравнению с другими, и закончил свой путь в этом Дэвидском храме, где жрецы монструозной расы изучали магию крови. Впрочем, тогда уже начался потоп, и обитателям храма не было дела до превращающегося в сплошную массу плоти рыцаря. Местный дэвидский колдун лорд Ревелин, который, кстати, был наставником SCP-343, построил машину, делающую его фактически бессмертным, для чего, правда, потребовалось закачать туда многие литры крови своих последователей, но это не было какой-то особенной проблемой. Теперь он пребывает в вечном сне, из которого может связываться со внешним миром, являясь в снах тем, кто уснет внутри храма. Вот чего тут этот йети спит. Агенты фонда тоже решили поспать, и во сне они снова оказались в интерьерах храма, где их встретил местный йети, но теперь способный общаться на английском языке. Он рассказал небольшую историю, как жил в горах Китая, и вот однажды наткнулся на это место, остался тут и начал преисполняться мудростью Ревелина. Вскоре к ним присоединился четвертый рыцарь в образе обычного человека, и сам Ревелин в виде закутанной в ткань фигуры. Из речи последнего становится ясно, что он хранит в себе воспоминания многих поколений допотопных дэвитов. Доступ к этим воспоминаниям дает новый виток этой истории. Фонд узнает так много нового, что если напечатать отдельно SCP-6765, наверное, получится целая книга, а может и две. В общем, если коротко, ученые фонда очень много узнают о допотопном мире, и тут уже мне, если честно, не хватило желания изучать лор Кактус Верса. Так что на вопрос, что же такое узнали ученые фонда, я отвечу просто да. Но там в конце происходит эпичный поворот. Пока ученые спят, агенты работают. Они забрались на нижние уровни сооружения и нашли там гробницу. Открыли ее, а внутри оказалось существо под названием Король в Красном, который по сути своей оказался допотопным воплощением Малого Короля, отделенным от своей нефизической сущности. И даже лишенный своих основных сил, существо оказалось достаточно мощным. Оно легко сбежало из своей гробницы, разбросав мок фонда, как детей, и выбралось на поверхность. Увидев такое, четвертый рыцарь, внезапно из бесформенной массы плоти с торсом, превратился в полноценного монстра, похожего на того, каким был третий. То есть он тоже стал первобытным демоном. Четвертый рыцарь бросается на Короля в Красном, и после короткой схватки побеждает его. Выходит, он единственный из четверки древних рыцарей, который смог справиться со своей задачей и победил то зло, с которым его отправили сражаться. Такая вот штука, проект Парагон от Льва Толстого в CISCP Диджей Кактуса, объединяющая в себе 6 объектов и дающая дополнительный лор еще десятку, а также создающая практически отдельный сеттинг в рамках мира SCP, нередко называемый просто Кактус-версом. Как обычно, оставляйте комментарии за темы, о которых мы тут еще не говорили на канале. Какая тема будет упомянута чаще, о том и будет следующее подобное видео. Всем пока!